Белый дом официально заявил, что администрация и ее сотрудники, цитата, не будут участвовать в предвзятом политическом спектакле. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Стефани Гришем. В желании отменить результаты выборов 2016 года демократы нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, подчеркнула она. Ранее Госдепартамент запретил послу США въезд Гордону Сонмунду выступать на слушаниях, которые проводятся в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Процедура была инициирована Палатой представителей, где оппоненты Трампа имеют большинство. По их мнению, президент превысил свои полномочия, попытавшись вмешаться в работу юстиции другого государства. Трамп отвергает все обвинения.